Евгения Турасова, выкладывая свои фото в соцсетях, сеет панику. Ну сколько ей лет? Девочка-подросток или вполне состоявшаяся женщина? Одного у нее не отнять. Выглядит она всегда великолепно. У меня нет ни одной инъекции, я не делаю никакие подтяжки. И смело могу сказать, что мне 32 года, моя кожа в идеальном состоянии, молодая. И это все естественным путем. Естественный путь – это массажи. Я пример для тех, кто не верит в то, что массаж может быть действительно эффективен. Отталкиваясь от своих потребностей, Евгения проанализировала многие техники и пришла к собственной авторской методике массажа. Во-первых, это не поглаживающие массажные элементы, а мы хорошо, глубоко прорабатываем мышцы для того, чтобы те мышцы, которые находятся в гипотонусе, их взбодрить, те мышцы, которые наоборот в гипертонусе, смягчить. Хоть это и массаж лица, но после того, как мы его делаем, человек чувствует полное расслабление всего тела. Вот такая комплексная методика. Есть общее название «буккальный массаж», но на практике от него взята только основа. Остальные приемы пришли в процессе 7-летней работы над лицами своих клиенток. Это и работа с дыханием, и проработка акупунктурных точек, скульптурные, пальчиковые массажи и даже гимнастика. Ищем застой, ищем шарики, которые у нас есть. Сейчас Евгения обучает других технике такого массажа и уверена, что косметолог обязан все манипуляции испытать на себе, чтобы не быть мастером-теоретиком. Когда мы сами ложимся под ручки новичков, мы им в первую очередь даем эту уверенность и объясняем, с какой интенсивностью, с каким нажатием, с какой эффективностью вы должны делать массаж для того, чтобы у вас был результат. Наша модель Ирина, она и сама косметолог, сегодня на массаже именно с этой целью. Я вообще в восторге от этого массажа. Мне безумно понравилось. Можно я к вам приду на обучение? Сразу скажем, что уснуть на этом массаже не придется, ведь мастер активно работает с мышцами. Нам приходится эту мышцу расслабить только с усилием, массажными элементами, которые называются агрессивные массажные элементы, где мы даем это усилие для того, чтобы снять тонус мышц. Зато после сеанса, уж поверьте, наступает полный релакс. Тому есть причины, и Евгения их резюмирует. Во-первых, очень мощный идет отток лимфы. То есть снимаем отечность. Второе, это, конечно, эстетический момент, это разглаживание морщин. И профилактика их образования. Возможность расслабиться. Головные боли, невозможность найти точку расслабления. Это одно сейчас из проблем всех людей в таком активном жизненном темпе, в котором проживаем мы сейчас. И релакс и здоровый сон, как известно, путь к здоровью. Чтобы оценить результат, принято фотографировать лицо до и после процедуры. Ну и первые впечатления. Чувствовалось, что проминают каждую мышцу, именно вот носогубные складки. Результат на лицо сразу, даже после первого сеанса. И как пример, сама Евгения.